Всем привет! Вас приветствует канал Игры ВКонтакте. И сегодня мы будем делать обзор игры Домовята. Вот такие вот у нас Домовята. Так, давайте посмотрим, что нужно сделать. Так, цветики, семицветики. А что у тебя горшки пустые? Ты у них хоть веточку воткни. Семечко завалящееся посади. Пустой горшок в доме — плохая примета. Слабенько. Так, а где наши горшки? Что-то я не вижу наших горшков. Так, все, так, печка. Сначала почистить надо мусор. Так, вот, давайте почистим мусор. Вот еще, а что за цветочки? Отлично, уберем паутинку. А вот еще паутинку надо убрать. Сейчас мы ее уберем. Отлично, мы получаем какие-то вот бонусы. Что-то у нас такое. Так, одним словом, давайте поубираем все. Все разбросано, наведем небольшой порядок у нас в комнате. Так, убираем паутину. Так, что это? Сколько предметов? Посмотрите, сколько мы предметов понаходили. Так, вот, что это у нас? Так, убираем, убираем и убираем. Да, конечно, мусора у нас очень много. Так, силушка закончена, пора подкрепиться. Обменяй еду или червончики на силушку. Так, что у нас есть? Так, давайте купим. Нет, что-то не пойму, где наша еда? Вот. Ну и как нам ее скушать, что ли, или я не могу понять. Так, сейчас мы будем смотреть. Ну. Нет у нас ни ватрушек, ничего. Ладно, давайте посмотрим, что у нас есть. Так, где наша силушка? Вот. Ну, как же нам ее добавить, а? Так. Тоже нету. Так, что у нас есть? Магазин, инвентарь. Что у нас есть в инвентаре? Стулья, животные, украшения для дома. А где у нас еда? Так, полы, окна. Так, ладненько. Какой все-таки у нас здесь везде бардак. Так, что это? Так, колесо фортуны. Так, в этом году в магазине купить фигурки. Так, понятно. Что еще мы можем? Давайте печка. Ну, печка делает мешок. Так, попросим. Нет, не будем просить. Так, снова ищем. Что мы можем? Что это такое? Ага. Так. Грошики для мебели, растений, мебели, одежды. А еду я хочу купить. Так, акции, стилист. Так, коллекции, магазин. Давайте пойдем в магазин. Так, что у нас есть? Акция, особенно мебель, одежда, ларцы. Нет, еда, нам нужна еда. Посмотрите, он голодный. Так, а еда покупается только-только за пирожки, получается. А где нам взять пирожки? Как нам еда? Где нам взять еду? Так, сейчас поищем. Ну, я не знаю. Карта дома. Так, у нас есть вот горница, светлица. Так, карта мира. Давайте посмотрим карту мира. Вау! Карта дома. Вернемся.
в горницу. Так. Ну, вот такая вот игра под названием Домовята. Напомню вам, что обзор этой игры я делаю специально для канала Игры ВКонтакте. На этом я буду заканчивать свой обзор. Всем пока, до новых встреч. Смотрите наш канал, подписывайтесь на него. До новых встреч. Всем пока.